Белорусский лагерь «Зубрёнок» вновь примет на оздоровление детей из Китая. Нашу страну посетят 92 ребенка, а финансирование будет производиться за счет средств резервного фонда президента Беларуси. Распоряжение подписал сегодня Александр Лукашенко. Документом также предусматриваются расходы по авиаперелету «Минск-Пекин-Минск» для белорусских детей, которые будут отдыхать в Китае. Такая поездка организуется впервые.